Николай, было очень интересное у вас выступление, посвященное, будем говорить, метрикам и анализу Google и его инструментов по тому, как развивается ситуация в тревел-индустрии в результате ковида и после ковидной этой истории. То есть были сделаны очень интересные выводы. Не могли бы вы, так сказать, немного в нескольких словах как бы повторить основные изменения, которые ждут тревел-индустрии в новой действительности? Да, во-первых, да, спасибо за приглашение и участие, к участию. Действительно, в процессе подготовки были выявлены определенные тренды, которые, я надеюсь, подхватят все участники рынка. Но прежде всего это, конечно, диджитализация отрасли. Все уходит в онлайн, и это очень важно поддерживать и быть на волне такого важного международного тренда. Второе – это, конечно же, возможность давать пользователям, будущим, настоящим туристам виртуально окунуться в атмосферу той дестинации, куда он собирается, и готовить качественный видеоконтент для этого, иметь возможность бесконтактной оплаты и вообще возможности оплаты онлайн всех возможных выбранных туров и экскурсий. Второй большой блок – это связь государства и бизнеса. На самом деле в России это тоже мы видим по участнику и со стороны государства на этом форуме. Но также очень важно и в реальной жизни иметь эту связь, потому что это улучшает пользовательский опыт и вообще позволяет на государственном уровне продвигать возможности туризма. Ну и третье – это то, на чем на самом деле еще Google тоже силен, и вы видели те тренды, которые мы выявили, использовать это все дальше в подготовке предложений и по возможности актуализировать и давать возможность пользователям получать именно то, что они хотят. Для этого у Google есть в открытом доступе все данные, и мы призываем всех участников рынка этими данными пользоваться. Ну и здесь, опять же, также возглавить лидерство технологического прогресса, реализовать электронную визу, которая доступна во многих странах. И я верю, что в ближайшем будущем и это тоже станет реальностью, нашей с вами реальностью. Отлично. Спасибо большое.